Приветствую вас. Мне кажется, что вы своим вопросом идете немножко вот не туда, да, то есть, ну, немножко не в ту степь, вот, мне кажется. Мне кажется, что вам имело бы смысл больше спросить себя. Да, то есть, вот, ну, просто себя спросить, для меня это адекватно или нет? Потому что если для вас это неадекватно, то этого, в принципе, более чем достаточно для того, чтобы что-то делать. То есть, понимаете, вот такое ощущение, да, что вы пытаетесь получить подтверждение от нас. Подтверждение, ну, потому что вот в чем бы не уверен. Но ведь это нормально. То есть это нормально, что вы не уверены. Это нормально и хорошо, что вы не уверены. Ну, может быть, вам так и не кажется, что это хорошо, но вообще-то это хорошо. Вот. А что вы не, ну, что вы не уверены, это хорошо. Потому что так вы можете, ну, сделать выбор, так вы можете учиться, делать выбор, вот, понимаете, да, что я имею в виду, и учитесь таким образом полагаться на себя, вот, учитесь принимает решение, действует, исходя из того, что вы чувствуете, исходя из того, что, не знаю, ваш ребенок ощущает, да, и так далее. То есть, ну вот, представьте себе ситуацию, при которой вам все, абсолютно все говорят, что учитель адекватный, ну, к примеру. А вот, все, он вообще все, вот все. И в этой ситуации, когда вам это говорят, мне кажется, вы можете опереться лишь на себя и сказать: нет, для меня это неадекватно, для меня это ненормально, и что-то делать, понимаете? То есть я не хочу делать каких-то выводов таких вот, как бы, далеко идущих, да, может быть, неверных выводов, но мне кажется, мне так вот увиделось, что вы сами в себе не уверены. И нет ничего удивительного в том тогда, что ваша неуверенность может передаваться ребенку. Там неуверенность в том, да, надо ли себя защищать, уместно ли это, ну, условно говоря, себя защищать, ну, вот, там, ну, сейчас, например, или нет. То есть это вот, мне кажется, как раз таки некоторые проблемы. Некоторые проблематики. Вот, потому что вы же никогда не знаете, наверняка, нужно ли себя защищать или нет, ну, вот, там, ну, в какой-то момент времени, да, вы никогда этого не знаете. Это нормально, что вы никогда не знаете, но важно, что вы с этим, делаете. Понимаете, да? Вот.
Поэтому мой ответ, он будет примерно таким. А в этой ситуации важно, мне кажется, слушать именно себя. В этой ситуации важно слушать вот то, что вы сами чувствуете для себя важным, то, что вы сами чувствуете для себя, например, неприемлемо, вот, и уже, исходя из этого, действовать, пожалуй, только исходя из этого. Других вариантов, ну, вообще, по сути, это дело у вас и нет. Вот. К сожалению. Ну вот как? Как это мне видится, по крайней мере. Вот и все. Если так вот пытаться понять, адекватно что-то или нет, то мне кажется, можно очень далеко зайти в этих объяснениях, в этой попытке понять, правы вы или нет своей позиции. Вот. Это очень много энергии, отнимает очень много ресурсов, плюс время тратится на принятие решения, потому что, ну, если вы сразу не можете как бы это сделать, то вот. А иногда действует нужно быстро, потому что если позже, то уже не нужно будет. Ну, не нужно просто не имеет смысла. Вот, поэтому, как бы, важно принимать именно вот такие решения, чтобы, ну, учиться принимать такие решения, учиться их принимать, чтобы не бояться, условно говоря. То есть, ну, всегда будут ошибки, вот. И всегда может быть вот такая история, что, ну, условно, да, что вы там, не знаю, будьте неправы, вот, к примеру, как вариант, вы будете неправы, вот, ну, это не так важно, если вы делаете так, как чувствуете. Вот. Если у вас есть оно основание так чувствовать, потому что вот, потому что, ну, человек ведет себя так. Вот. Такие дела. Я думаю, так можно ответить вам на ваш вопрос. Вот, ожидать, чего можно ожидать от человека. Ну, в принципе, ожидать можно только какого-то усиления поведения, то есть усиление вот, ну, в ту сторону усиления поведения, вот, потому что человек, не ощущая своих, скажем так, границ,
вот, не чувствовал, что пора остановиться, например. Вот. Может продолжать, он может усиливать свою такую вот тенденцию в поведении. И, соответственно, ситуация может усугубляться, может и дальше. Вот, поэтому я думаю, что оставлять вот это так, как сейчас, в любом случае нельзя, потому что, ну, есть негатив для ребенка, и стресс для ребенка и так далее. Вот. Нужно что-то делать. То есть не искать оправдание для того, чтобы что-то делать, а брать и делать. Если вы, ну, условно говоря, вот так вот чувствуете, если вы так ощущаете, да, если, ну, вот вам, вот так вот вам видится это, вот, значит, нужно брать на себя ответственность и предпринимать какие-то действия, вот, потому что ребенок, например, грубо говоря, защитить, да, можете только вы. Вот. Больше никто, к сожалению. Вот. Да, поэтому такой вот ответ у меня вам. Вот, мне остается надеяться только на то, что вам это было полезно, то, что вам это было интересно, но то, что я сумел ответить на ваши вопросы. Вот. Я понимаю, что, может быть, немного нервов вы ждали. Вот, я понимаю, что, ну, может быть, немножко не этого, что вы хотели бы, но прошу отнестись с пониманием к тому, что ну, вы, по сути дела, вы говорите про оценочное суждение. То есть вы хотите, чтобы мы дали оценочное суждение. Вот, ну, специалист другому. Я не думаю, что это хорошо. Вообще, не думаю, что это хороший поступок. Я не думаю, что это этичный поступок. Ну, мне так кажется, мне не кажется, вот, вынесение таких, в кавычках, вердиктов, сколько-нибудь, ну, полезной такой истории, да? Я надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Вот, я надеюсь, что постараетесь, по крайней мере, понятно. Нас, ну, вот, может быть, меня лично. Вот, и все-таки больше будете опираться, да, вот, как-то именно на себя. Больше будете опираться именно на свои предпочтения, да, именно на
свое видение на свои ценности, вот, ну, какими бы они ни были, да, и уже там самостоятельно, грубо говоря, нести в это ответственность, вот, мне кажется, это, ну, мне кажется, это вполне адекватная история для, ну, для взрослого человека, которым вы являетесь, вне всякого сомнения, и для мамы, вот, кой вы тоже являетесь, вне всякого сомнения. Вот. Вот такой ответ я хотел бы вам дать. На этом все. Удачи вам, всего самого доброго, хорошего решения вашей проблемы.